Все, камера поехала. Ну что, шалом, дорогие друзья. Сегодня мы вам хотим представить начало нового замечательного путешествия Марка на Святую Землю. 21 год назад я отправлялся с этого аэропорта. Это было замечательное чудо, поездка веры. Я вышел из дома, у меня не было паспорта, не было визы, не было денег, не было в списках, но вечером 22 февраля 1993 года я сел в самолет и улетел в Израиль. Сегодня же, спустя 21 год, мой сын Марк, которому исполнилось 18 лет, отправляется на Святую Землю. У него есть паспорт, у него есть билет, у него есть даже 8 долларов в кармане. И мы верим и ожидаем, что Бог просто совершит свою невероятную, замечательную работу в его жизни в этом путешествии веры, путешествии славы на Святой Земле. Счастливого полета, Марш, благословляю тебя. Пиши, звони, передавай приветы с этой земли. Моли за нас, мы за тебя.